Хорошо. Переходим на спину. Сосиски. Так, и теперь червяком вот прям, как будто мы червяки, просто пошевелить. Влево, мы никуда не ползем, просто на место. Так, червяки, чтоб мышцы прям расслабились. Нет, не слева. Слева, вот прям. Молодцы, подняли руки ноги. Подрезали руки ноги, как будто вы мячик. Как будто мячик противника. Все, я в сторону.
Не, вы делаете вот так с руками? Ну давайте посмотрим, как вы делаете. Давайте посмотрим. Говорят, что это не так. Это слабая. Я пропустил, я вам говорю. Давай, давай. Остановите, вот руки в сторону. По рукам, да, перекат. Оп, да, и поднимайся. Тут по кругу, осторожно. По кругу или? Да, по кругу, по кругу. То есть да, полный круг. По кругу, через бок, через полтора. Давай, садимся. Руки все время в стороны, руки в стороны. Сейчас Андрей, а потом беседа. Рома, я вот это тебе заберу. На тебе заберу. И так, Роман, ты и...
Обычный курок. Жалко, сколько количество людей.
Сейчас. То, что чехарда, вы все делаете, все всегда делаете. Сейчас там. Вот смотрите, мы ноги ставили, видите ноги мои. Вот чехарда делает это хорошо, весело. Но я тоже хочу тренироваться. Я тренируюсь независимо. Прыгаю я или через человека, или через человека, который меня прыгает. Смотрите. Я ноги поставил устойчиво. Руки как вот устойчиво. Если я буду какой-то не такой, то я не удержу. Не удержу партнера. Вы знаете, бой может повредиться. А безопасность я вам могу говорить. Ноги устойчиво. Стопы устойчивы, бедра устойчивы. Предплечье устойчиво, голова спрятана. Вот перепрыгнул я. Раз, два. И я мысочком раз, два. Мысочком раз, два. И я быстро кручусь. У меня вестибулярный аппарат тренируется. Я должен его взять. Дыши, как он взял. Теперь мы меняемся. Вы отгоняли, да? У вас личный тренер.
Да, и сколько они. Еще. Я
знаете, что я нахожусь в текущем положении. То есть мое предположение, оно атакующее. Как бы ни казалось, что он атакует. Нет. В этом положении у меня есть только рабочая правая сторона, левая вообще не такая. Левой стороной я могу только зафиксировать или подбить его сюда. Ну, коль скоро это так, то надо лечь вообще при перевороте партера, надо всегда ложиться на пол. Всегда. Вот в этом положении вставлять ногу плохо, быстрее. Не будет никакого переворота. А вот когда вы ногу вставили, он инстинктивно пойдет, будет отрываться от вас. И вот в этот момент, когда он отрывается, надо его отправить. Ну и, коль скоро мы говорим о работе только одной ногой, второй просто нет, да? Всегда надо ловить момент. Вот вы ставили ногу, он начал отрываться, почувствовал, что я его буду отправлять туда, и отрывается. Он отрывался очень далеко и позволил мне закинуть сюда ногу. То есть это положение, оно служит для того, чтобы ставить ногу, развернуться на бок и отправить его либо туда, либо если он уходит, вот он уходит, сразу моментально нажимает, закинуть ногу через плечо. У меня в плане.